Да, сейчас будем долго-долго ехать. А мы в прошлый раз ехали в тумане. Это было вообще нечто. Вот сейчас смотри вниз, будет видно водопад. Так, мне надо было не прокладку, а памперс снимать. Это, впрочем, я снимаю видео. Все, что будет тобой сказано, будет использовано против тебя. Вот он шумит. А, какая красота! Ну замечательно. С моей стороны его не видно. Мне тоже не особо видно, деревья закрывают. Мама меня покусает. А, вон он, вон он, вон он. Видишь? А видишь, туда можно ходить? Да. О, народ идет. Значит, и мы сходим. Правда, там вон снежный язык. Что не есть гуд. По дорожке идти удобнее. Честно говоря, я морально не готова становиться по снегу. О, и верхняя идет. Но я предлагаю сначала скататься наверх, а потом уже вниз спускаться. Можно? Ну, да, прокатимся на спонтан можно далеко, а там уже скататься. И, кстати, тут тоже есть снежная эта трасса лыжная. Что значит тоже? Они, по-моему, как раз для этого и созданы. Да, все эти палатки. Розовые. И желтые. Что такое? Ой, можно подумать. Офигеть. Слушай, как так получилось, что ты села где-то посередине? А я специально так села. Ой, какой он красивый. Смотри, скальники. А вот эта установка. Ты еще не нагоняла на длинную пушку? Нет. Такое не может надоесть. Это пересадка или не просто называется? Пересадка. Птички поют. Маленький папоротник. Главное, что она так плавно-плавно едет.
кстати, в водопаде? Ну, все равно, если ты там снимаешь на видео звук, глядя на этот спуск, у меня очко занимается. Можешь это выложить в интернете, это мое официальное заявление. Если тебя, конечно, будет слышно. Да ладно, все равно это музыку потом наложу. Может, и не наложу. Вон, видишь, очередь стоит. Ну, наверху особо делать нечего. Там скучно. Снимать? Как так может быть скучно? Может. Там, в смысле, виды только посмотреть. Слушай, этими видами уже можно бесконечно любоваться. И, кстати, на обратном пути слева еду я. Видишь, ты хитрожопая такая. А вон, смотри, сиреневенькие. Цветочечки. Бабочка. Бабочка тоже будет. Господи, опять. Высота 3 над уровнем моря. Ну, не вопрос. Легко еще подъем. Обратно пути будет сиреневенькие, можно снимать. Ну, я вообще, я уже это самое, человеческий язык с тобой забыл. Заговариваться начал. Ну, теоретически, вот сюда можно подняться. В смысле? Ну вот там снизу есть тропиночка наверх. Слушай, а ну люди сюда ходили еще, когда не было никаких каналов. Ну это реально туристы. Не такие изменения, Все, маму надо точно сюда будет отвезти. Смотри, какая антиловинная штука. Которая? А вот внизу, треугольная такая. Обалдеть, все цветет. Причем так четко, чтобы не снесло опору. Ну да, они же просчитывали это все. О, там кафешку сделали, смотри. Прикольно. Пожрать в цирке. Так это немного опошляет все приключения. О, мы ее догнали. Интересно, если бы там открыто, я бы там посидела. Вот, смотри, как рододендрон, целый куст цветет. Огромный. Это сам по Серёжке раскорячился, не знает, куда клин потерять.